Ученики школы Одинцовского округа принимают участие в конкурсе «Помним», посвященном 80-летию битвы под Москвой. Организатором творческого состязания выступает подмосковное отделение «Единой России» в рамках реализации проекта «Историческая память». Как сообщила исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова, для участия в конкурсе заявлено уже 20 работ, которые подготовили школьники муниципалитета. Это 17 рисунков и 3 сочинения. Прием заявок на конкурс продлится до 28 ноября, а итоги подведут после 5 декабря.